Добрый день, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами своим результатом по щитовидной железе. Мне был поставлен диагноз гипотиреоз. И я принимала гормон эльтироксин на протяжении нескольких лет. Однако состояние мое очень сильно ухудшалось. Были симптомы, которые мне не нравились очень сильно. Это сильное выпадение волос, хроническая усталость, вялость, нежелание ничего делать, никуда ходить. Вот. И я прошла пошагово все по концепции здоровья. Напоить коралловой водой, очистить детокс противопаразитарной коловады, накормить восстановлением, клеточное питание, аминокислоты, белки, дополнительно келп, витамины, минералы. Через 3 месяца где-то я уже отказалась от гормон. Вот. УЗИ показали улучшение ткани щитовидной железы. Сейчас никаких симптомов по щитовидной железе, по неправильной работе щитовидной железы у меня абсолютно нет. Поэтому все возможно, да. Очищение, питание, напоить организм водой. Вот, все работает. Добро пожаловать к нам, в Коралловый клуб, решать свои вопросы по здоровью. Не надеяться, когда уже доведутся пить гормоны, антибиотики и делать операции. Поэтому простой, доступный путь для всех, кто желает, кто готов меняться, работать над собой и идти к поставленным целям и задачам.